Так, друзья, всем привет! Мы сейчас стоим на границе с Австрией, на заправке. Заехали купить вигнетки. Вот стоит знак, что здесь продаются вигнетки. Вигнетки нужны для чего? Для того, чтобы мы без штрафов проехали по Австрии и заплатили пошлину за дорогу. Значит, мы взяли новые правила. Мы взяли сейчас одна вигнетка у нас для Австрии, другая для Словении, так как мы направляемся в Италию. Значит, вот это для Австрии стоит на 10 дней 9,60. Вот это вот для Словении, значит, новые правила, да, какие. Раньше давались вот тоже такие наклеечки, ты мог наклеить на лобовое стекло и ехать. Сейчас ты даешь свой номер машины, они записывают и распечатают тебе вместе с оплатой уже вот такую вот квитанцию, такой вот листочек. Здесь стоят данные, на какой срок ты едешь и, в принципе, сумма. Значит, мы заплатили 30 евро, купили ее на месяц, потому что в Словении, когда заезжаешь, можно купить только на 7 дней или на 1 месяц. На 7 дней мы узнавали, цена стоит 15 евро, на 30 дней стоит 30 евро. То есть без разницы, если вы даже на 7 дней купите за 15 евро и потом на обратном пути опять купите на 7 евро за 15, на 7 дней за 15 евро, то цена такая же. То есть получается выгоднее взять сразу на месяц и заплатить 30 евро и потом уже не мучиться, не искать, не бегать. Вот. Значит, дальше мы едем, платим. Сейчас будут еще шлагбаумы. Какие будут цены, это мы не знаем. Может быть, сейчас новые правила, что-то изменилось. Давайте вместе поедем, посмотрим. Все, хорошей дороги вам и нам. Так, все, друзья, сейчас подъезжаем к первому шлагбауму. Так, какая у нас цена здесь будет? Это мы еще по Австрии едем, да? Значит, первый шлагбаум в Австрии стоит 10,50. Едем мы по Австрии еще. Что хотела сказать. Кто едет из Германии, ребята, заправляйтесь в Германии. Самый дешевый бензин. Мы заправились дизель. У нас получилось Euro 88, да, мы заправились? Euro 88, Euro 89, примерно вот такая цена актуальная в Германии. Значит, по Австрии мы сейчас едем 2.15, 2.13, если где-то в городе, да, в небольшом. Если мы заправляемся на автобанах, то цена 2.39, дизель. Вот, посмотрели сейчас цену в Италии. Дизель стоит Euro 89, по-моему, Euro 90. То есть имейте в виду, да, что самая актуальная и дешевая цена сейчас в Германии. Едем уже в Италию. Шикарная дорога, очень-очень ровная, гладкая. И самое главное, знаки везде стоят. И вот повороты, смотрите, если опасный поворот, вот такие вот стоят стрелочки. Вот это вот мне очень нравится, что очень все ограничения, все знаки правильно расставлены. Вообще классно. Подъехали к первому шлагбауму. А здесь цена не стоит. Здесь карточку берешь? Да, здесь мы просто берем тикет. Какой тикет? И в зависимости от километража. Все, едем дальше. По Италии, по шикарной Италии, где шикарные дороги, шикарные автобаны. И очень-очень уже тепло. Потому
что мы с автобана съезжаем. Так, да, съезжаем мы с автобана. Вот с этой прекрасной карточкой будем сейчас платить. Сколько мы проехали? 20 км, наверное, да? 20-30, наверное. Сейчас будем платить. Сейчас посмотрим, что она нам скажет, подружка. 2,90. Картой. Карты. Где? Так, заехали мы в Италию. Значит, бензин у нас здесь. Город 93, да, сейчас последний 91. Раз. 91. Вот. А в Австрии, еще раз повторяю, был бензин 2,39, что ли? 2,30 с чем-то. Короче, имейте в виду. Посмотреть, сколько мы будем платить за него. Направляемся. У нас направление Венеция. Стоит примерно, нам надо до Венеции. Осталось 80 км. Вот. Но нам немножко пораньше. Мы съезжаем. Венеция остается на стороне. Там мы съезжаем с автобана. Сейчас посмотрим. Посмотрим, сколько мы заплатим за эти 70-75 км. И считаем общий результат, общую сумму. Скажет. Introdurre prima il biglietto e poi la tessera. Так, значит, у нас получилось 56 €, да? Только заплатить таксу за то, что мы пользуемся автобанами или находимся в другой стране. Кстати, нигде, да, мы пересекли, получается, три границы: Германия, Австрия и Италия. Мы нигде не показывали паспорта, нигде еще нас не спросили ни один паспорт. Вот такие дела, друзья. Все, всем пока и до новых встреч.